Средства массовой информации сообщают, что российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт будет выступать на пятом этапе Кубка мира, который пройдет в Германии в Рупольдинге. Как сказал Владимир Драчев, к нему поступила информация о том, что если не произойдет каких-то непредвиденных ситуаций, то Юрлова точно примет участие в соревнованиях. Тогда в этом случае произойдет обратная замена. Он также рассказал о том, что в Рупольдинг сборная России отправится в том же составе. Кроме этого, президент Союза биатлонистов России отметил, что для участия в эстафете может быть приглашена Евгения Павлова. Ранее стало известно, что сама Екатерина Юрлова-Перхт пропустит этап Кубка мира в Оберхофе, потому что заболела. На этом этапе она была заменена Анастасией Поршневой. Остается напомнить, что с 15 по 19 января все поклонники биатлона будут вместе с биатлонистами находиться на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!